Тренированиях. Перед тем, как мы начнем собрание, я хочу представить вам нового коллегу. Это Юйси Чен. Добро пожаловать! Вот блин. Здравствуйте, меня зовут Юйси Чен. Здравствуйте. Добро пожаловать. Добро пожаловать. Такой красивый. Наставником Юйси Чена будет Джуан Янь. Миранда, я... Сестренка, отныне я твой ученик. Я хочу уволиться. Хорошо, поговорим после собрания. Я... Сестренка, тебе нравится? Идем дальше. Что ты любишь есть? Мы получаем все больше предложений о сотрудничестве. После оценки ключевым проектом на этой неделе стал Буэрхуэй, ресторан с вековой историей. Но хозяева — современные люди. И хотят по-новому продвигать свой вековой бизнес, используя нашу колонку «Гурман» и привлекая интернет-знаменитостей. Раньше каждый самостоятельно собирал материалы для статьи. Но этот проект очень важен для нас. Директор Джен и Шен Ин, отправляйтесь туда вместе. Хорошо. Надеюсь, вы сработаетесь. Сделайте так, чтобы статья оказалась столь же манящей, как и булочки Буэрхуэй. Хорошо. Редактор Шэнь, подготовь все материалы по ресторану. Поедем к ним в среду. Хорошо. На этом совещание закончено. Сестренка! Сестренка! Войдите. Заходи уже! Наставница, ты первая? Я не твоя наставница! Наставница. Мой кабинет не камера смертников. Не мнитесь на пороге. После тебя, наставница. Я... Миранда, я уже говорила, мне не нужен этот гемор. Я одобрила закупку оборудования, которое ты просила. Это правда? Ее интересуется фотографией. Помоги ему, хорошо? Наставница, я способный. Юй, не отходи от нее ни на шаг. Не волнуйтесь. Спасибо, главный редактор. Идите. Спасибо, главный редактор. Наставница! Наставница, я угощу тебя выпивкой. Напомни-ка, как тебя зовут? Меня зовут Юйси Чен. Приветик, Юйси Чен. Держись от меня подальше.